Огромная благодарность, что сегодня в день поста все вместе собрались проводить последний путь нашей дорогой, многоуважаемой, покойной Меркада, Нина, Батмурат Лахен, Румлой Яков, Аронова, Мавашева. Просьба ко всем, так как мы находимся в синагоге и на церемонии уважения покойной Абанины, пожалуйста, поставьте ваши телефоны на вайбрейшн. Покойная Нина родилась в 1923 году, 23 июля, в 15-й боговерующей семье, покойной ее братьям Нойоно, да Бог здоровья Авраам, Ицхак и покойная Апанекадам Нина. Она родилась в городе Ташкенте. Прошло ее, друзья, жизнь нелегкая. Мы все знаем историю. 30-е годы, голод, холод, болезни. 40-е годы, время войны. В 1943 году, во время страха, войны, раскулачивания, она соединяет свою семью с покойным Ломоше бен Зулай Мавашев, и они переезжают жить в Москве. Живя в Москве, покойная проработала в торговле, была косметолог, маникюрша. У нее, друзья, как мы говорим на бухарском языке, дата лелет дахил унар. Очень энергичная, добрая, честная, жизнерадостная. Она со своим покойным мужем воспитали 15 детей. Дай Бог здоровья Даниэль, дай Бог здоровья Берта и дай Бог здоровья Рахель. Прекрасные дети, замечательный домот. Покойная тетя Нина, если мой отец был бы сегодня, он бы сказал, что она перебодовала. Почему? Прожить, друзья, почти 95 лет, это как будто как целый век. И до последней секунды все помнить, ходить, быть в движении, видеть рядом детей, внуков, правнуков, праправнуков, друзья, это богатство, это счастье. Вот этот дар Всевышний не каждому дает. Значит, у этой женщины было благословение ее родителей, что она видела такое счастье. Я знаю людей, которым не дай Бог никому, они в малом возрасте, в молодом возрасте, теряют, не дай Бог, проводят своих детей в последний путь. Но эта женщина была благословленной, что в возрасте 95 лет она стала детей за собой, дети ее провожают. Это огромное богатство.